Кто да, такой? У него 60 тысяч. Кто такой? Да, вы кто? Еще раз. Еще раз. Давайте говорить по очереди. Давайте говорить по очереди. Кто такой? Я Челышев Александр. Да, господа, Челышев Александр. 43 тысячи. Посмотрите, пожалуйста. А подпись, а подпись подписи ваши? Мы за него оплачиваем. Секунду. Тут был. Ничего не платим. А документы какие? Это договор, который заключил вот этот господин, управляющий компанией. Граждане! Они захватили наши... Граждане, прошу одного внимания! Сегодня, на сегодняшний день, наша судебная правовая система находится на очереди... Посмотрите, пожалуйста, вот это вот тоже. Пожалуйста, послушайте! Пожалуйста, его надо привлекать к ответственности. Послушайте, подождите. А можно мне дать слово как собственник? Граждане, я взял решение суда. Возьмите, ради бога. Давай, мы пришли по другому вопросу. Инициативную группу. Как вы в чьих интересах снимаете? Челышева, господин, да? Ага. Подождите. Но вы... Чтобы стать председателем на группу. Да я принес это судебное решение. Специально для вас. Покажи. Оно не нужно. Оно нам не нужно. Нас устраивает жизнь, в которой мы сейчас живем. Вас не устраивает, уходите с этих домов. Нет, он не должен был. А вас не должен был, да? Вы выбирали председателя? Нет, мы не выбирали. А что ты не знаешь? Какая инициативная группа? О чем Да. Лариса Сергеевна, где вы? Да. И мы оплачиваем этого юриста, который... Да, пожалуйста, я не против. Это ваше мнение. Да, не то, но голосуйте. Да. Вот это госпожа, 61 тысячу должна. Вот это. То есть все должники. Да, Граждане. Нет. Сначала заплати долги, а потом делай свои деньги. Иди домой. Давайте начинать. Ладно, что мы вас слушаем? Давай на другой вопрос. Так, мать, мы пришли слушать наше тут уже. Что с ним разговаривать? Давай, нечего с ним разговаривать.